Снова здорово, дамы и господа, на связи Роман и канал Freez & Games. Мы продолжаем с тобой рафтить, немножко плавать туда-сюда. Манго мы собираем, давай не тормози. Почитал я комментарии, значит, сейчас пойдем делать кое-что по комментариям. Смотрим, место еще есть. Есть, хорошо, пошли. Доски нам нужны, доски хороши, доски нам нужны. Нифига себе, эта трава дергается, я уж испугался, думал, остров из-под меня поплыл куда-нибудь. Прикинь, вот это глюки. А чё? Да в смысле? Здесь... А, здесь цветы. Понятно. То есть сама игра говорит мне, не иди сюда, там нет ничего для тебя интересного. Хорошо, хорошо, допустим. Так, это я хочу собирать. Белый цветок я не хочу. Я хочу доску, пальмовый лист, еще доску и, возможно, кокосы, ананасы, апельсиновый рай, вот эти все дела. Последнее дерево. Блин, жалко. Жалко, конечно, что ящиков мало на островах. Но, сказали, все будет хорошо, сюжет начнется, как только ты сделаешь приемник. Сейчас расскажу. Сейчас покажу. Так, все? По идее, все. Можно возвращаться обратно, пока эта селедка не приплыла. И не отхреначила нам кусок плота. Так, сразу делаем то, что я не забыл, пока я помню. Говорят, поставь флажок. Гвоздей 3. А где я должен гвозди брать? Ты что, дурак? Гвоздей у меня 0. Флажок я поставить не могу, к сожалению. С флажком мы немножко, пацаны, обломаемся немного. Так, вот это... Блять! Микрофон мне закрывает все мое барахло. Так, свеколку ем раз. Свеколку ем 2. Воду я пока тратить не буду, я съем лучше арбуз. Потому что на воду нам требуется использовать доски. Доски у нас в дефиците. Так, картоху я тоже ем, почему бы и нет. Манго. Манго-шманго тоже ем. Сейчас, смотри, под отвязку, просто под завязочку. Кстати, сказали мне, что чаек можно пиздить. Прямо они убиваются. А еще их можно, в принципе, приручить для того, чтобы в дальнейшем с них поиметь яички. Вот как-то я неудобно, да, вот это вот все сделал себе. Это я себе неудобно сделал. Ну что поделать. Такой вот я человек, все делаю для себя неудобно. Ой, у меня еще 4 кокоса. Шикарно. Ах ты, подожди. Семена манго сюда, пластик сюда, хламище, тихо. Хламище сюда. Так, ладно. Тихо, сюда доска. Урожай наш еще не готов. Флажок я сделать не могу. А, насчет рабочего стола. Так, погоди, мы пока что отправляемся куда-нибудь. Флажок нужен для того, чтобы понимать, в каком направлении дует ветер. Собственно говоря, здесь... По пальцу вот так вот не получится определить. Здесь, смотри, значит, мы делаем вот так вот. Во, видишь, сюда надо каждый материал запихивать. И тогда мы научимся. Стол. Давай научимся, почему бы и нет. Веревка. Для этого у нас уходит один материал, к сожалению, но по-другому никак. Так, кокосы мы изучить не можем. Вот это мы изучить можем. Вот мы стул, гамак выучили. Какое-то что-то еще. Что у нас еще есть? Это нам теперь надо все материалы. Да, давай ботинок изучим, почему бы и нет. Я не знаю, потому что что нам, куда нам. Чертежи. Вот таким образом надо все изучать на самом деле. Вот у нас болт один есть, нам его приходится тратить. Это тоже у нас есть, но мы научились делать бутылку. Лук, хорош. Не знаю еще что, семена не изучаются. Ботинок, сапог не изучается. А, кстати, ботинок, сапог. А и одеть я его... В смысле? Слышь, идешь ты нахуй! Сука! Вдвоем налетели, прикинь? Твари ебаные. Скоты. Так, семечко не изучается. Чертеж этот будет у нас... он все, типа написано изучено, то есть его я могу выкидывать. Вот так вот только раз, два, чтобы место просто-напросто мне не занимал. Хорошо, ботинок обратно, кокос, веревка, апельсиновый рай. Так, веревку мы не трогаем, там у нас чё? Чё, то и что? Хлам, камень, это не изучается. Вот это давай изучим, почему бы и нет. Тихо, ты не идешь. Опа, бочки, вот так вот раз. Вот
так, вот два бочки мне нужны, бочки мне важны. Так, идешь сюда, рецепт супецкий, это не здесь, хламище, это здесь, изучить. Ой-ой-ой-ой, чему мы научились? Так, камень, быстренько, оп-оп, есть. Хорошо, смотри, как много всего. Тихо. Бочка. Один, бочка, два. Бочка номер один, бочка номер два. Стоять! Сюда идешь. Вон за той бочкой мы тоже поплывем. Обидно, что на изучение материала тратится сам материал. Так, смотри, мы можем сделать с тобой емкость. Пустую бутылку можем с тобой сделать, но у нас нам нужен сок лианы. О, ведро хорош. Ведро мы можем сделать. Средняя грядка, да ладно. Ебана здоровая, конечно. Тихо. Как-нибудь вот так вот. Супер. Так, а за какой бочкой я плыл? Туда давай поплыли. Вот туда поплыли за бочкой. Быстро семена, арбуз и... Арбуз и не арбуз. Ананас и арбуз. Просто ананас и арбуз решат наши проблемы, по идее, с водой. Ананас с едой, а арбуз с водой. На, сюда. Да, блядь. Опача, урожай готов. Так, ты раз, два, обратно. Ты сюда. Погоди, я там за бочкой, где у меня бочка? Что-то я за бочкой вообще доплыть никак не могу. Блин, потому что против течения плывем. Ну ёшкин, кышкин, барабашкин. Сука, два паруса не справляются. А, так, хорошо, это есть, это сейчас будет. Пресная вода нужна, подожди, сделаю я тебе пресную воду, отстань. Где это? Мы задом наперед плывем. Ну нет, нам против течения не справиться, ладно. Хрен с ним. А, на том острове мы были, течение у нас туда, поэтому поплыли по... Опа. Смотри, какой здоровый. Смотри, какой здоровый припрятался островок. Видишь? Левее смотри. Левее смотри, там увидишь. Так, хорошо. Здесь у нас все прекрасно. Я делаю вот так, оп. Потом мы перестроим, если что, корабль. То есть, когда мы начнем уже по-человечески жить, как люди, мы с тобой корабль уже перестроим, уже почти у нас будет с тобой все нормально, будет все на мази. Так, ты сюда, рецепт сюда. Отлично, дальше пошли сюда, еще откроем. Здесь все хорошо, так есть. А, остров, вот он у нас есть, вот этот остров. Там мы уже с тобой были на том острове, мы плывем на вот сюда. Это немножко не по течению. Да, блин, это немножко, походу, не по течению. Ну, что поделать, нам надо. Так, тихо. Вот это я беру копье на всякий пожарный. Здесь мы ничего не... Ой, какой крючок хороший. А болта нет, потому что, сука, потратил. Удочку нахер. Ловить жуков? Зачем мне жуков ловить? Лук и стрелы. Так. А, гвоздь я, оказывается, могу делать из хлама. У меня три гвоздя. Погоди. Ну это мне все зачем? Часы, стул, стол, табличка, календарь, краскотерка. Это мне все не надо. Так, тихо. Я совсем забыл, что нам еще так-то лутаться по-хорошему надо. Тихо. Ага. Слушай, а я не помню, я веревку вставлял вообще, нет? Для изучения веревку не помню, вставлял я ее или не вставлял. Блин, забыл. Так, давай на остров. Пацаны, на остров. Что здесь у нас есть интересного? Так, кислородный баллон. Да, веревку я вставлял. Веревку я, к сожалению... Ой, это что такое? Сеть-ловушка! Да ладно, а что? Гвоздь! Серьезно, где хлам? Тут есть сеть-ловушка? То есть, это получается, я могу не ловить это все говно? Блядь, только один гвоздь могу сделать. И теперь мне вариант... А, погоди, это сразу три гвоздя? Стой, подожди.
Тихо. А что еще мне надо носить ловушку? Подожди, где она? А, не, все нормально. Так, ты что? Маленькая трофейная доска. Сеть ловушка, пугало. Хорошо, я понял. Так, я плыву на остров, я плыву на остров. Мимо острова. Да ты, сука. Вот так вот есть. И вот так вот есть. Хорошо, а сеть ловушка как? Где ты, сеть ловушка? А, ты не так строишься, да? Вот сеть ловушка. Надо два гвоздя. Есть. Надо две веревки. Но веревки я могу сделать, а вот сеть ловушка я больше не могу. Так, подожди. Ага. Подожди, подожди, подожди. Бля, так мне ее страшность куда-то ставить. Мне акула, падла, придет и сожрет ее. Она у меня сжирает почему-то всегда самое необходимое. Че она вообще до меня доебалась? Так, недолет. Туда тоже не дойдет. А чё? Только не говорите, что опять против течения. Флажок я сделать уже не могу, все. Один гвоздь остался. Где? А, нет, ничего не... О, хорош, работает. Уже работает шикарно. Так, тихо, свеколка. Надо посадить. Надо водички брызнуть. Да что ж ты закрываешься-то постоянно? Так, доска положим. А, кокос, кокос, кокос. Давай едим. Кокос и еду, и воду немножко дает. Шикарно. Воткнем ловушку здесь, потом вторую там, там, там. Короче, 4 штуки поставим. Я думаю, нам этого хватит. Не можем мы никак до этого острова доплыть. Надо ждать, когда направление ветра поменяется. Идете нахер отсюда. Шакалы ебаные. Че, урожай не растет? Ничего не растет. Ну, че так плохо-то? Ничего не растет. Прямо грусть, печаль. Что еще у нас интересного? Стул, стол, полка, часы. Показывает время. Зачем? Светит в темноте. Да я и так все прекрасно вижу. А, мокрый кирпич, песок, глина. Веревку мы уже вставляли, знаем. Лук это мне не надо. Вот крючок вот этот было бы классно. Но болт... Не знаю, где он делается. Сеть ловушка это хорошо. Ведро. В нем можно набрать много... Молоко? Да ладно. В смысле молоко? А кого мы тут доить будем? Селедку вот эту? Пошла ты нахуй, я тебе сказал. Килька ты. Ну, сука. Доски заканчиваю. Копье ломается. А где мы... А, нет, есть запасной. Фух, я уж испугался, думал, запасного копья нет. Вроде делаешь, делаешь копье, а его все нет и нет. Так, жарься, готовься. Ананасики мои еще не готовы, арбузик мой тоже пока не готов. Жалко, 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 жалко. Не, ну ветер все равно же поменяет свое направление. Рано или поздно. Лучше, конечно, рано, чем поздно. Ну что поделать? Нужна пресная вода. Есть такая она. Хорош, отлично. Так, копье на изготове держу. Тут у меня и чайки, и хуяйки, вообще кого только нету. Пугало, гвозди. Да ну нахуй, еще на пугало гвозди тратить. Ну их нафиг. Так, подожди, стой, 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 стой. Не плывем еще? Еще не плывем. Туда надо, там много лута по пути. Плюс доски деревья рубить. А доски-то у меня кончаются. У меня всего 3 осталось. Все, 3 доски и гоплык приехали. Готовый картофель есть. Тебя сюда, этот сожрем. Давай я знаешь, что сделаю? Вот так вот я сделаю. Блин, здесь было бы еще неплохо закрыть. Ничего не ловится, потому что в принципе ничего нет. Вот когда все говно к нам поплывет, тогда будет хорошо. Арбуз. Арбуз есть, ананас есть. Так, обратно. Арбузное семечко. А ананасовое семечко где?
смысле? Обычно же... Да ну нафиг. Так, два гвоздя. Три гвоздя. Погоди, три гвоздя это флаг. Досок нет. Ладно, подожди. А как так-то получается? Блин. Охренеть. Ну, с арбузов хотя бы, ладно, семечка выходит. Но тоже одна получается. Один арбуз, одна семечка. Я-то думал, сейчас все красиво, будем на арбузах жить, и как бы в рот компота, и опреснитель не нужен. А хрен там, на арбузах у нас получается жить не получится. Вот отстой. О, это плохо. Это очень плохо. Это прямо грусть, печаль. Так, а что тогда делать? Извиняюсь, отвлекли меня. Так, ах ты ж пошла. Ой, я, кстати, ее гасанул разок. На арбуз, на самое ценное, на арбуз. На мой единственный арбуз, сука, напала. Ну, короче, с течением воевать себе дороже. Поэтому придется нам уплывать отсюда. Очень долго, очень много времени мы тратим на преодоление этого течения, поэтому давай мы больше не будем заниматься этой херней. Походу, система с двумя парусами не работает. Куда течение-то? Погоди. А, доски. Мы плывем вообще, нет? Такое ощущение, что мы стоим на месте. Как тут определить, плывем мы или нет? Ну, все туда дует. Течение туда, значит, и мы туда. Все. Так, урожай, это свеколка. Хорош, это сюда. Это сюда пожарим. Покушаем. Так, мне нужна пресная вода. Че, полить лужайку? Есть. Почему лужайку? Это же грядка. Чё на лужайке-то вдруг стало? Лужайка это там, где трава такая ровненькая, красивенькая растет. Опа, 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 хорош, мусор пошел. По-моему, штиль наступил. Только мы отплыли от острова, сразу наступил штиль. Охренеть, не встать. Доска есть, иди сюда. Это что такое? А, солнце встает. Ба, красиво. Вы хорошо придумали. Очень хорошо придумали, что солнце встает. Так, это урожай еще не готов, не готов. Ладно, поехали, мне надо бочку вот эту забрать. Новых материалов нам не падает, чертежей нам пока что не падает. Это плохо. С другой стороны, мы все равно ничего не можем сделать. И мы опять, походу, против течения плывем. Доска, идешь сюда. Есть. Подогоди, я что-то увидел где-то на горизонте. Корабль. Вот там корабль. Да подожди. Бляха. Где он там был? Стоять! Ага. Вот он справа. Так, надо еще правее брать. Ой, тут остров. В топку корабль. Погоди, так это же тот остров, на котором мы были. Нет, здесь деревья есть. Бля, на корабле ящик. Не-не-не, поплыли за кораблем. Там ящик может быть. Вдруг новый чертеж, новый материал какой-нибудь. Изучим что-нибудь, может, сделаем. Собрать предметы один. А сколько вообще предметов влезает в ловушку?
Если туда влезает один предмет, то это херовая ловушка. Кушаем. Так, ты сюда. Доски 8. Ну, уже 8, уже всяко разно вперед. Кстати, плак. Веревка 1, 2, 3. И у меня 3 гвоздя где-то было. Есть. И вот сюда мы тебя поставим. Так красиво будешь стоять на носу. Ну, не то чтобы красиво. Так, дует туда ветер, на остров. Да идете вы нахер! Суки. Падлы. Погоди, ну если туда, тогда давай поворачивай. Там как раз на остров. Блин, нужен какой-то двигатель. Или веслом плыть. Так, и веслом я заебусь туда грести. Так, я могу что-то построить? Не, опять доски закончились. А, ну да, я же флаг построил. Ну, что поделать, что поделать. Надо тогда точно на остров. Так, ты у нас что, ветер поменялся опять направление? Да не, прямо к острову дуют. Отлично. Угу, арбузик мой не готов. Здесь готовится, но одной доски на картошку не хватит. Пусто. Ой, беда, беда, беда. Я бы на самом деле сплавал бы прям туда, до этого самого. Но я потом свой плот не найду просто-напросто. Столько бочек. Блин, надо одну серию посвятить тупо фарму. Вот постоянно пофармить. Хорошенько так, крепенько. И тогда будет у нас все с тобой хорошо. Так, это нужна большая грядка. А что, давай, погоди, я вот так возьму. Котелок. Слиток железа, сухой кирпич. Блин, а глина и песок, она же с дна достается, со дна. Перо, это, наверное, с чайки. Водоросли тоже со дна. Сок лианы. А сок лианы где берется? По большому счету нам надо... Опа. Нам не так много ингредиентов надо для того, чтобы изучать остатки схем. Ну иди сюда, пластик мой. Так, тихо, пацаны. Опа, опа, опа. Сука. Сразу же грызанула, моментально. Такое ощущение, что она знает, где я упаду в следующий раз. Откуда она может знать? Это что сделал? Сырую свеклу в средней грядке посадил. Так, я понял. Отлично. Давайте, пацаны, швартуемся. Мне кажется, что... Только хотел сказать, что сейчас акула нападет, давно не нападала. Есть, все, отлично. Так, доски подкинуть. Нету. Теперь есть. Все, арбузной семечки нет, прикинь. На этот раз арбузная семечка вообще не упала. Ну что за негатив? Как мне на постоянной основе выращивать арбузы? Я, может, ферму хочу арбузную открыть. А мне игра не дает это делать. Обидно. Так, ладно, давай доски кокосы. И пойдем с тобой на дно. Нам нужен песок и глина. Для того, чтобы сделать мокрый кирпич, будем дальше изучать рецепты. Вдруг откроется что-то нужное. И вокруг острова поплаваем, полутаемся. Я надеюсь, эта килька нас сразу не сожрет. Если аккуратно ее пинать, то, в принципе, мы с ней справимся. Опа, ананас, опа, ананас. А это что за постройка? Сейчас посмотрим. Ящик.
Хлам, болт, стекло, арбуз. Еба, вот это остров. Отлично, и арбузная семечка, две штуки. Заебись просто. Хороший остров, отличный остров. Так, быстрее домой. Да ну что ж ты вылезти-то никак не можешь. Так, парус, не, откройся, а то вдруг еще отплывешь. Тихо, спокойно. Во-первых, доски надо сюда докидать, доски надо сюда докидать. Нужна пресная вода. Для чего? Посадить я ничего не могу? Полить лужайку есть. Так, здесь у меня, блять, тоже нужна пресная вода. Тихо, спокойно. Ананас я ем. Это я тоже ем. Кокос. Это все можно сразу жрать. Оно, во-первых, не готовится. Ни разу. У меня еще есть два арбуза. Так, это оставляем пока. Ананасовая семечка. Красиво. Сука, отожрала все-таки. Падла, вот надо же быть такой стервой. А, ни на секунду отойти нельзя. Болт уже изучен, хлам уже изучен, стекло изучить есть. Это что? Улучшенный опреснитель. Хорош, вот это надо. Так, а чтобы его сделать, надо же это. Скажи мне, я тебе скажу. Там наверняка еще стекла надо, Хиролеон. Конечно, стекла 4. Я где должен его тебе брать? Когда у нас в следующий раз выпадет стекло? Никому не известно. Так, это мы все будем садить. А, хлам, кстати, можно убрать. Хлам мне не нужен. Так, а для чего у нас там куда-то один болт нужен был? А, вот сюда болт один есть, но у меня нету 6 хлама. Так, пойдем занырнем, наверное, чутка. Вода. А, вот так? А, так там ничего и не было, серьезно? Так, давай арбуз тогда посадим. Блин, надо, конечно, побольше нам бадью. В ведро у нас набирается молоко, написано. Я не знаю, можно ли набрать туда что-то кроме молока. По идее, это можно. Но опять же, это ж по идее, это не значит, что игрой это предусмотрено. Погнали, поплаваем. Где эта тварь? Пока не видно. Ага, все, вижу. Вижу эту скотину. Она нас пока не видит. Воздух. Это хлам. Плывет, плывет, сука. Блять, не получилось от нее отбиться. А вот еще три чего-то. Это что, камни? Ой, еще хлам. Хлам мне нужен. Да как так-то? Что у меня с таймингами сегодня? Где она? Бля, слушай, не могу по ней попасть. Вообще ни разу не попал. Что за ерунда? Хреновые, отвратительные тайминги. Так, и здесь же надо поливать. Да ну идешь ты нахуй! Обозлилась, видимо. Да вы-то тут какого хрена? Вы чё со всех сторон одновременно? Вы, блять, еще соленой воды выпил. Все, пошло все по пизде, короче. Так, тихо. Доски. Доски еще есть. Так, нет. А, нет, это все на месте. Никто ничего не выклевал. Так, ладно, копье. Давай сюда переместим его лучше в двоечку. Так, тебя я съем. Готовить мне нечего. Со всех сторон. Вы че такие твари-то, серьезно? Ну разве так можно? Так нельзя. Есть водичка, все, хорош. Что по здоровью? Здоровье очень долго восстанавливается, конечно. Опять же, с чего ему быстро восстанавливаться? У него стимула-то нет.
Где эта паскуда? Так. Она нас не видит? Так, ты что такое? Камень. Да, это камень. Все, я сейчас подохну. Еще один неудачный тайминг, и мне пизда. Почему я ничего из этого-то не выложил? Почему я не выложил? Я ебу. Все, пиздец, все просрал. А оно не сохраняется там, где я умер? Хуй, что оно где сохраняется. Пиздец. Так это отвратительно просто. Доска, пластик. Так а где я возьму? Я все доски и пластик с собой таскал. Ай-яй-яй-яй-яй. Как же так глупо-то, а? Пипец. Я сейчас ни копье, ничего не могу сделать. Мне сейчас как отбиваться-то? Серьезно, ведь ничего не осталось. Ну нет, 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 нет. Каждые 10 минут идет сохранение мира. Так, подожди. Нет, не хочу сохранять перед выходом. Где он у меня сохранился? Каждые 10 минут идет сохранение автоматически мира. Так, загрузить мир. А, загрузить. Давай, давай, давай. Где ты меня загрузишь? Прикинь, если он сохранился во время смерти. Это будет вообще жопа полная. Это будет просто писец. Дай мне хорошую новость. Покажи мне эту хорошую новость. Давай, 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 давай. А, и сразу умер. В смысле? Подожди, не понял. То есть у меня есть шанс спастись? Или он просто сохраняет момент смерти? Ну-ка, я сейчас пробел сразу тыкаю. Может, получится спастись? Не, подожди, стой, получается есть вариант, мне только если на тот камень доплывать как-то, не понял. Или это все, капсда, ну-ка надо сразу на ХП смотреть. А ну. А, нет, так тут... Тут ХП, его нету. Как он так сохраняет? Бляха, так, настройки. Автосохранение мира через каждые 10 минут. Не надо мне это говно. Говно ваше автосохранение, слыхали? Блин. Это реально же все просрано. Так, 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 тихо, подожди. А как мне, куда мне, что мне надо? Крюк первое. Да не крюк мне первое, мне надо вооружение. Где? Так, 8 досок, 3 веревки. Это 9 манговых листов.
Но это надо уплывать с острова. Других вариантов нету. А, мы здесь не проплывем. Так, давай полный назад. Так, а ветер куда дует? А как я сделаю полный назад? А никак я не сделаю полный назад. Прикол в том, что без копья я не смогу отбивать корабль от нападения акулы. Все, застряли, прикинь. Давай немного назад и вот так вот. Блинский. Очень все неудачно, очень все плохо. Это все поправимо на самом деле. Но для этого всего потребуется некоторое количество времени. И удачи. А удача нам сегодня... вообще ни разу. Удача сегодня тварь. Да мы не выплывем никак. Пока ветер не сменит направление, мы с тобой не выплывем. А что если... Немного назад. Подожди. Так. Немного назад. Теперь. Вот так. Погоди, ты еще на... А как? Мне надо отплыть как-то от острова. Я не могу этого сделать. Ну, давай хоть урожай пока соберем. А то чайки налетят, вообще все плохо будет. Да, приплыли, приехали. Еда заканчивается, вода заканчивается. Писец. Давай в эту сторону хотя бы. Ну хоть куда-то выплыви. Так, есть. Давай тогда обратный путь вот сюда. Задом поплывем. Передом не получается, поплывем задом. Что теперь поделать? А, ну конечно к острову. Не надо к острову, не надо к острову. Паруса, пацаны. Блять, мой флаг, сука, ну с кулаки в мочи, с кулачины, блять, убрать быстрее. А, ну так ладно. Куда флажок-то? Флажок? Флажок на нас. Ой, так это хорошо. Или плохо? Что такое? Вода заканчивается. А я воды-то испить не могу, у меня кружки нету. Все, пиздец. Если только огурчик не вырастет за это время. Ой, огурчик, арбузик, если не вырастет за это время, то все, мне хана, приехали, приплыли. Я без воды-то что должен делать? Поднять готовая свекла. Так, ты еда. Арбуз, арбуз, пожалуйста, урожай. Ну, миленький, хорошенький мой. Арбузик, я тебя... Ой, ты золото мое. Так, посадили. Есть, отлично, отлично, отлично. Так, пол...
Полпути сделано. Полдела сделано. Так, поехали фармить жестко. Жестко, крепко фармить. Блять, свекла, картоха. Ну ладно, хоть свеклы, картохи напрятал. Да ну ёп твою. Спасибо, спасибо. Я чуть не забыл о твоем существовании. Тварь ебаная. Что мне на крюк-то надо? Доска и два пластика. Доска и два пластика. Так, 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 это я тоже соберу. Пластик, так, блядь. Падла. Сейчас еще раз куснет. Нет, не куснула. Так, есть, хотя бы крюк сделали, уже всяко разно вперед. Флаг у нас куда показывает? Туда. Ой, там море пластика. Поплыли туда. Так, воду делаем. А, воду делаем. Мне же еще надо хералион пластика, чтобы сделать стакан. Я ж воду не могу пить. Смысл у меня от этой воды. Вот тоже это немного неправильно. Без стаканчика не может пить воду. Серьезно? Да когда вопрос жизни и смерти, ты его откуда угодно пить будешь. Так что это все бред полнейший. Туда давай. Пластик уплывает. Еще один остров. Но туда у нас нет попутного ветра. Так, стакашка. Есть. Теперь мне надо доски и веревки. Мне надо от акулы каким-то хреном защищаться. Так, доски и веревки. Тихо. Ловушка моя, хрюшка. Никакого толка от нее нету. Возможно, из-за того, что просто-напросто этих ловушек мало. Так, попили, это хорошо. Блин, еще ж поливать надо. Ой, пластик, иди сюда. Хреново как... Блять, ну как же так-то все материалы? В следующий раз куда-то пойдем, надо будет материалы все выкладывать. Чё мне не хватает? Листов не хватает. Где все листы-то? Ага, вон листик один. Давай, давай, давай. Пластик. Допустим, острова нигде нет на горизонте. Нету. Ветер куда? Ветер туда. Ветер туда. Там же прочий мусор. Поплыли. Чё по воде? По воде. Так, поливаем. Да я тебя слышу, но что я могу поделать? Я не могу себе сделать копье, ты понимаешь, тварь? Я не могу сделать копье. Вот сделаю, дам тебе пиздюлей. Все. Вот теперь-то я буду тебе раздавать. Недолго, конечно. Так, понял. Но у нас новая проблема. Доски-то все, тютю, закончились. Это падла будет отжирать... Да? Это падла у нас будет без остановки отжирать по куску плота. В конце у нас не останется вообще нихуюшеньки. Она уже чувствует свою безнаказанность, понимаешь? Музяка. Да что мне эта музяка? Музыка появилась.
приободрить типа меня, да? Музыка-то, конечно, хорошо. Да ёб твою. Так, там доска и пластик. Ну-ка, пошли сюда. Давай бочек штук несколько. Одна. Одна бочка. Ну, одна бочка это лучше, чем ноль. Доски нужны, доски нужны. У меня гриль не работает. Так, тихо, заберу. Заберу все. Ой, две бочки. Ветер, не меняй только направление, тварь. Серьезно, он сейчас направление поменяет, и я вообще ничего не смогу собрать. Что за херня? И идешь ты нахер отсюда. Я уже чем угодно готов бить, долбить, крюком буду зашибать. Так, раз бочка есть. Давайте, пацаны, чуть-чуть правее. Чутка правее. Так, нужна пресная вода. На. А что? Ага. Свеколка сюда. Тихо, бочка. Ага, там еще две на горизонте. Ладно, живы будем, не помрем. Я думаю, что мы с тобой справимся с этой нелегкой ситуацией, сложившейся. Рано или поздно это могло произойти. Вот, но я не рассчитывал, что это будет так тупо. Честно тебе скажу, это получилось очень глупо. Ну, а что? Что поделать там? Всякое бывает. Что такое? Еда закончилась. Еда закончилась, прикинь. Блядь, ну сейчас что-нибудь вырастет, братан. Я с этим уже ничего поделать не могу. Потерпи немножко, арбуз еще нет. Блядь, ну пойдем из заначки достанем. У нас там в любом случае картошка растет. Так что эту картошку можно сожрать. Да, она сырая. Но это всяко разно лучше, чем ничего. В смысле? Блядская игра, я тебя ненавижу. Ты чё за подставы-то мутишь? Конечно, две волны, конечно. Конечно, конечно. А почему бы и нет? А хули бы и нет? А чё бы не запустить на волны? Ведь у него же так все хорошо складывается. Ведь у него сегодня не хуёвый день. Он не все просрал. Нет, он не пытается заново выжить. Не-не-не. Давай волны ебанем, чтобы он ничего не смог поймать. А, это же весело, прикольно. Эть? Где ты там? Есть. Веревки, доски. Еще две доски. Так, ладно, ну вроде пошло, поехало, поперло. Ничего у нас не растет, ни хрена. Не понимаю, почему. Так, выпью сам, потом полью грядку. Все, урожай есть. Давай заново мы это все дело садим. Сразу готовить. Не то чтобы все по новой, нет. Конечно же, у нас база-то в любом случае уже имеется. Которая нам позволит дальше жить и выживать. Но сейчас придется заново немножко позаниматься фармом. Так, предметов 4, отлично, ловушка сработала. Хоть что-то в этой игре работает в мою пользу. Ну-ну-ну. Тянись-тянись. Опа, остров. Как так-то? Шикарно, много наловили. Так, остров где у нас? Остров там, левее. Давай сюда, пацаны.
Вот так вот. Тихо. Моя доска. Мой пластик. Сейчас меня в море смоют просто-напросто. И все, ладно, остальное пусть ловушка ловит. Остальное пусть ловит ловушка. Не зря же я ее строил. Так, еще картошечка сюда есть. Доску я тебе подложу, подкину. Сюда доску тоже подложу, подкину. Жрать охота пиздец. Так, ну хоть что-то у нас с тобой есть. Ладно, жизнь у нас налаживается потихоньку. Мы сможем с тобой выжить, мы сможем с тобой еще попутешествовать. Ну, блин, было очень опасно. Было очень опасно, очень рискованно. Научились мы с тобой сегодня крафтить. А теперь остается только где-то раздобывать различные материалы. По идее, стекло, стекло, это песок. Сильно нагретый. А где у нас тут стекло? Я же могу его как-то производить, но где? Плавильня! Сухой кирпич. А я могу делать мокрый кирпич, но я же его, наверное, могу высушить. Тут все время солнце. Я понял. Ладно, продолжим уже в следующей серии. Поэтому, если интересно, то обязательно подписывайся, жду тебя в комментариях, ставь лайк, если понравилось. Большое спасибо, что посмотрел. С тобой был Роман, и до новых игр.